Что кушаете? Да вот не знаем. Какие-то хот-доги вроде. Да. Смотрите, какие большие санки, да, здоровенные. Давай такие возьмем, Мир. Как раз подойдут тебе. Ну да, почти помещусь. Как раз под твою попень. Ага. Поднялись уже на другом поезде, немножко более старым. Сейчас покажу вам его. Красный. Вот такой вот поезд нас отвез. Вот Ира пытается меня снимать. Фоткаешь? Ну, фоткай. Упс, пардон. Ой, снова это. Горка. Наверху, кстати, есть тоже место, где можно снять в аренду санки, но оно что-то закрыто. Вот так это выглядит. Немножко с высоты. Вот это интересно, что за транспортерные ленты. Что тут можно транспортировать? Камни. Вон Ира. Ну что, в бой. Так, мы снова спускаемся. Ира кончала. Я немножко затормозил. Меня обгоняет какой-то ребенок. Заканчивается склон. Тут участок ровненький. Все, все, все идут пешком. Вот и поезд так тихо идет и отправляется в туннель. Поезд по гряду идет. А, блин, что снимаю? Ну, надо сверху его снимать. Эту. Помчали. Thank you.
помчали. Что, будешь снимать? Да-да, давай, едь. Поехали. А, нас сейчас... Замедлились, и снова начинается горка. Начинается лед и асфальт. Я тут. Не тормози. Палки, вот этот трамплинчик. Он уходит от нас. О, лед! Кто-то потерял воду. Снег, лед. Это было близко. Давайте подождем Миру. Вау, ты чё? Детки. Местами снег уже стерли, и тут просто асфальт со льдом. А местами вот такие вот кочки, можно подпрыгнуть. Вот как тут, ой, оу, сносит на льду. Обгоняем Миру. Остановиться, давай. Так, я снял, как чувак этот упал. Да. А, круто. Слава едет, сейчас будем его ловить. И не останавливайся, приезжай.
Ты чё падаешь? Любовь. Скажи. Да, показала, давай. Мички. Едем потихонечку. Сейчас мы будем разгоняться, так что давай. Я могу даже... Да давай. Да давай, Зая, я просто поснимаю. Ну что, интересно, сможем мы обогнать Славу или нет? Сейчас попробуем здесь срезать угол. Нажимаю на газ. О, Мира. Это селфи? Да. Слава там отстал. Надеюсь, сейчас догонит. Может, опять куда-то врезался, а то он сегодня уже два раза плюхнулся. Обгоняю детей. Слава все еще где-то позади. Притормозить может. Рядом. Где же он? А, вот он. Привет. Как дела? Отлично, ты что тут делаешь? Что, касаешься даже? Тебя-то ранен будет. Ну, слабо все как обычно. У меня все стабильно, без падений. Катимся вдвоем. Куда мы катимся? Ты куда катишься? Все, давай, до конца разгоняемся, это конец. Давай. Особо не. Так. Ну все, приехали, здесь уже плоская дорога. Танки уже сами тормозят, избавили скорость. Дальше пешком придется идти. Все, пока. Первый раз мы ехали за 14 франков. Сейчас купили билеты за 6. Ира думает, что это просто из-за того, что офф-пик, не пик. Показываем на самом билеты. Деле оказалось, что 6 евро стоит только спуск по саночной трассе. За поезд надо платить отдельно. Если платить за все вместе, за подъем на поезде и спуск по саночной трассе, то это обойдется вам 14 евро. Оказалось, что все это время мы ездили на поезде с зайцами. Представьте себе, мы этого сами даже не знали. Да, Антошон. Вот, it's closest at 5, yeah? It's closest at 5, yes. Yeah, thank you. Все, нас пропустили. Так что, второй раз за 6. Так что мы думали, будет 15. Сейчас будем кататься тогда еще пару раз. Только сразу. Если мы успеем. И может это. Без камер, знаешь, ну да. Уже будет не так светло. Время. Время у тебя, время. Так, а вот город. Нам еще идти к поезду сколько?
минут 20, не, 15. Еще постараемся, может, раз или два проехать, если по 6 франков, почему бы и нет. Так, ладно, тушу камеру. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интересных видео.